Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Итак, я немножко тут полазил. Чуть-чуть. Так. Чуть-чуть забрал. Несколько этих свитков. Вот, получается, очки получил в наборе. Плащ. Так что вот такой небольшой маскарад у меня есть. Ну что ж, мы сейчас пойдем в магазин, в лавку. Нам надо купить всякой, там что, волшебную палочку надо. Еще что-то надо. И мне надо пару вещей еще продать, потому что что-то инвентарь, говорит, наполнен у меня. Так что не совсем понимаю, не совсем знаю, что именно надо сделать. Ну ладно, с этим мы разберемся. Надеюсь, предыдущая серия вам понравилась. Итак, не прогрузилась еще полностью. А нет, прогрузилась, смотрите-ка, давай. Опа, блин, такой страшный. У меня какая-то маска еще есть. Она стоит дорого, но, блин, по характеристикам меньше, чем очки. Найти, надеюсь, тебе не пришлось. Там, вовсе нет, профессор Уизли сказал, что тебе нужно, знаешь что, тебе должно быть нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть? Да, мне не терпится. Хорошо, тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее в Хогсмиде. Так я не пойму, то ли немецкий, то ли английский язык. Хотя вроде английский. Ход. Ход. Там good, а здесь hot. Там g, там здесь h. Вот разница, блин. Мельница. Старая мельница. Старая. Я как мельница мелю. Очень поболтать люблю. Это Мурзилки интернет. Мельница, да. Да, в таких тачках, конечно. Ах, если б все люди прозрели, это было прекрасно. Тогда бы мир показался чуточку другим. Ревелио. Нет, это просто. Пойдем. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy. Сам собирался выпить сливочное пиво в деревне. Так. Вот с магиями-то у меня туго. Что у меня тут? Вот эта боевая магия у меня вообще не раскрыта, как я понимаю. Тут вообще смертоносная. Кстати, попал случайно на колокольню. Там мне нужна вот эта магия. Потому что я крутил и так, и так, один колокол кое-как поставил. Второй точно так не поставить. Ревелио. Да нет, вроде ничего. Так, Хогвартс. Колокольник где вот? Я точно не помню. Вон там. Блин, где тут? Вот эта вот башенка, по-моему, колокольня. Там вот. Там жабы у нас. Нет. Жаба у нас на открытой местности. А тут закрыто. Ну хотя, да, может быть. Все может быть. Не могу передать, как приятно дышать свежим воздухом. Ужасно, ошибка, не советую. Я верю. Вы читайте пока. Потому что... Пумбу. Назвать его выбором. Называй. Вот так, стой. Так, это еще пумба. Так. Ревелио. Будь здорова. Так, все советуют побывать там в Рождество. На этот раз редкий случай, когда лучше побуду дома. Подожди, я тут как, я могу пройти? Вау, смотрите, я могу пройти куда-то. А зачем я туда могу пройти? Подожди минутку. Я просто слегка... Ага, вот всё, блин. Когда задание нельзя, да, далеко убегать. Ёж, твою мать. Ладно. Ну, смотрите, зато как прекрасно.
хреново, что на минималках только. Вот это единственное, что меня огорчает. Что не могу на полную передать так. Ревелио. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting так, to здесь look я не могу, да, собрать? But if you stew them, you can also use them in potion making. Ладно, травология. Кстати... Там кабинет есть с травами. И там я взял один документ. Я уж не помню. Давай шевели колготками. Гляди, там гиппогрифы вылетели из запретного леса. Неужели их что-то напугало? Ходят слухи, что поблизости видели гиппогрифов. Подожди. Я что-то с них могу взять, нет? И ракушки не могу взять. Ладно. Что-то я с них все-таки беру какие-то лунные камни. Так, я что-то отвлекся, и она ушла, что ли, или что? Так. Твою ж мать, она в структуру провалилась. Ой. Ревелио. Ну пойдем. А это мать. О, появилась. Нифига. Ну давай. О, так тут еще и местность есть, я подумал, тут только этот. Левиоса. Сейчас попробуем. Что летучая мышь недоступна? Почему? Почему недоступна? Вот так вот, блин, с этой графикой, нахрен с этой видеокартой. Знаю, что мы сделаем. Мы телепортируемся. That's the forbidden forest on the left. It's так, off limits to students. Слева запретный лес, ученикам туда нельзя. Неспроста же. Почему нельзя? The professors claim it is конечно, too dangerous. Так.
Преподаватели говорят, мы слишком опасны, но я считаю, что название запретный не просто так дается. А вот и Хогвартс с этими холмами. Так-то, блин, смотри, там какая-то избушка еще вон там. Подальше. Так. За теми холмами. Ну, пойдем. Так. А вы-то куда все идете? Все бежите куда-то? Всю жизнь бы путешествовала, если бы могла. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Так. She said that? Она так и сказала, значит, она знает меня лучше, чем я думала. Она да, читать не успеваю. Ревелио. I certainly learn a great deal in class. Much can be gleaned outside of the castle walls. Так, я тебе так что-то там скажу. Так, я пока смотрю по местности тут. How are you settling in? Как тебе школа? Помню, несколько недель после приезда мне было так непривычно. Все вокруг было новым и совершенно незнакомым. I'm getting used to things. Привыкаю потихоньку. А ты обжилась тут наконец? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Я все еще скучаю по родине, но здесь тоже очень красиво, и время от времени выбираюсь из Хогвартса. Хогвартс на самом деле стал для меня будто новым домом. Надеюсь, он станет новым и для тебя. Ревелио. Так. Сколько можно бежать-то, господи. Мистер Мун! Это же мистер Мун, он работает смотрителем в Хогвартсе. Выглядит как-то непонятно. Hello, Mr. Moon. Привет, мистер Мун, вы же уже познакомились? Очень приятно. Вам лучше повернуть назад, мисс Анай. Развернуться и бежать. Is everything all right, сэр, у вас все в порядке? Оно смотрело прямо на меня, а глазище как блюдце. Посмотрела мистер Мун. Дэми, маска, мерзкое, волосатое, жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Бедняга, мистер Мун, статуэтки Деми масок. Я думал, он порядочно перебрал. Надо признать, я никогда не видел его в таком состоянии. Так, лунный камень. Почти пришли. За стенами замка что-то там есть еще. Так, подождите. Так. Вот так. С удовольствием проведу тебе экскурсию, если захочешь, когда слухи, что тут есть гоблины и все такое. Так что я с радостью возьму с собой тебя. Буду иметь в виду, Натали, спасибо. Нейтли. Так, лунный камень. Знаю я, где их можно порасшибать. Ну. And here we are. Ну вот мы и пришли. Трех мертвых можно выпить сливочного пива, а в сладком королевстве ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Никак не могу определиться, какой же из магазинов мой любимый. Каждый раз выбираю разный. С удовольствием. С уверенностью могу сказать, что в Хогвартсе ты найдешь все. Так. Ну, говори. Господи. Давай, реплика. Опять лейки лит. О! А там что-то было. Я увидел.
Профессор Уизли сказал, что тебе нужны рецепты зелий, магические рецепты. Кое-какие семена и еще кое-что. Точно, мистер Оливер, тебе понравится. А мне не терпится увидеть, что у тебя получится с так. Думаю, ты успеешь найти все, что нужно, и еще немного побродить. Не спеши, смотри, Хогсмид. А когда закончишь, встретимся на площади. Итак. Наслаждайся, скоро увидимся. Хорошо. Так, деревня Хогмис наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту руководства. Ну, давай посмотрим карту руководства. Ну. Так, вот она, небольшая карта. Магазин спортивных товаров. И круглолетка. Так, это что, лавка? О, так, Филин, немедленно магазин волшебства палочек принадлежит семье. А вот палочки. Так, показывают магазины, точки интереса. Ну все. Так. Теперь мне надо вещи переодеть. А то, блин, хожу. Там невозможно, да. Не тянет у меня видяха. Так, инвентарь. Снаряжение. Вот видите, маска есть. Пока рано еще. Так. Настройки. Ай-яй-яй, девчонка. Так. Ревелио. Так. Давай почитаем, что это такое. У этого уютной и немного захламленной лавки, которая управляет дружелюбностью нашей, так, палочки из самых разных пород дерева, всевозможные гибкости, обладающие одной из трех магических сердцевин, выбирают своих владельцев, занимаясь производством волшебных палочек. С 382 года до нашей эры семья Оливера считается лучшей изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Сейчас посмотрим. Вот какие-то огоньки. Ну давай. Посмотрим. Сейчас подойду. А, это вы. Минутку, я сейчас. Just a moment, please. Как у тебя палочка за ухом держится? Это все волшебные палочки. Hello, sir. I'm looking for Здравствуйте, мне нужна новая палочка. Да, да, давно пора. Yes, верно, почему давно пора? Вы ведь тот самый новый пятикурсник, верно? Ах, да, я спрашиваю, конечно же. Мое имя Герберт Оли Вихресов. Но уже про... Да, вы наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень, очень рад наконец с вами познакомиться. А теперь идемте, найдем для вас подходящую палочку. Нет. Ага, yes. сильная yes. сердцевина, 10,5 дюймов. Ты можешь подойти. Вот, попробуйте эту. Well, go ahead, ну же, смахните.
Хм, странно, еще разок. Смахните ей как следует. Как градусник, давай, как будто стряхиваешь. Ух ты. Не оно. Похоже, это не лучший выбор. Да, для меня специальная палочка тут должна быть. Не волнуйтесь, мы что-нибудь вам подберем. Это как в Гарри Поттере. Так, может быть, да, редкая древесина. 13.75 дюйма. Сердечная жила дракона. Я тоже не угадал. Давай. И на. Так. Святые небеса. Что ж ты возвращаешься на полку? Это сложнее, чем я предполагал, но надо же. А, вспоминай, что у тебя есть персональная палочка. Где же ты? А, вот ты где. Ловеса. Да, пожалуй, ты подойдешь. Господи, как тебе пока палочку выберут? Разнесут к чертям весь магазин. Ну, вот, видимо, моя. Ну, уже. Так, стебель медового коричневого. Так. Что там не дает-то? Ой, это мне вообще... Да не на... Сердечно жила дракона. Так. Волос единорога слушает сердцевину для палочки и известен тем, что способен вызывать стабильную магию. А это мощную магию. А это широкий спектр магии. Давай. What do you think? Что скажете? Extraordinary. Поразительно. Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. Конечно. Так, мне еще продать же можно там какие-то вещи. Блин, ну честно скажу, с трудом прошел за это. Ну что, как вам? Хорошо. И как-то иначе, как будто какой-то сполох. Это полное соответствие. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у нее. Мне не терпится попробовать ее. Ну еще бы, палочки с первым Феникса чрезвычайно разборчивы. Это отлично вам подойдет. And the bond between связь между вами и вашими палочками будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь, способности своей палочки, угадывая ваши намерения, особенно в трудную минуту. Когда это Бог. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете, но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Так. Ага, заполнил. Вон, видите? Так. Ревелио. Репаро. Акио. Так, кто-то поймал. И давайте посмотрим сразу так. У меня там для палочки что-то было. Так. Линия. Так, розовый так. Это как-то влияет. Так. Ладно.
Посетите магазин. Ревелио. Да нет, вообще случайно нажал это. Понятненько. Будь здоров. Ой, спасибо. Так. А здесь у нас... А где можно продать еще? Ух ты. Так. Reparo. Revelio. Так, это как-то делается по-другому, да? Revelio. Ну-ка, давай. Изображение-то. Какая-то ограда. С деревом. Ограда с деревом. Как бы это был не за, далеко за пределами этого городка вообще. Деревушки. Да, сейчас будет посмотреть еще раз внимательно на этот, как сказать, пейзаж. И уже решить так, ну, сохранить. Да, я так часто сохраняюсь, потому что не дай боже, я опять так же где-нибудь проколюсь, как в прошлые разы. И это будет для меня кошмарненько. Так, надо... Откуда? Так, откуда это можно смотреть? Да не то. Так. Вот. Есть шанс, что где-то... Ревелио. Ага, вот этот может быть. Кстати. Пейзаж. Ревелио. Так. Вот. Да не ты. Так. Так, откуда это могло бы быть? Ревелио. Так, поймал. Так, так, так. Уверен, это где-то недалеко. Ревелио.
Так. Вот вообще я не прыгал. Так, ладно. Блин, даже подсказки никакой так нету. Ревелио. Если отсюда смотреть, блин, Ревелио. Давай крутись, ё-моё. Так где-то должно быть недалеко. Да подожди, еще раз гляну, дай посмотрю на тебя. Ревелио. Вот она. Lumos. Да, я знаю, что они все находятся недалеко. Забрали. Так. Ревелио. Вот сундук какой-то был. Как такие сундуки открываются, я, честно сказать, не знаю. Может, мне пока еще рановато, глаз надо закрыть ему. Собрал. Так, основанный в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмине, магазин «Шапка-невидимка» предлагает шикарный выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дебил с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чьи чувства моды не развиты так сильно, как у остальных. Ну, давай зайдем, посмотрим. Я же модный должен быть. Лучше быть голодным, лишь бы только модным. Ревелио. Так, надо будет потом посмотреть, что это такое. Так, манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных выставок, навыков. Манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Итак, вот еще один глаз. И глобус. Ну давай посмотрим. Что вы мне можете предложить? Так, ваши ячейки снаряжения, так это я знаю, что заполнены. Ревелио. Вот я бы сейчас хотел бы что-нибудь, не знаю, продать или купить. Посетите магазин, так, зелье. Посетите магазин, филиаты и свитки, так, волшебные брюквы, ага. Короче, ладно, сначала их надо посетить. С
Фолианты и свитки. Ладно, давай посмотрим. Фолианты и свитки. Раз надо посетить, мы посетим. Ой. Вот тебе и прогрузка. Тыц. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые игрухи, снятся не хотите ли? Веселую игруху. Экран покажет наш. Так. Так, здесь мы были. Так. Все. Теперь движемся сюда. Это что такое? Боже, так. Ага. Вот огонек. В соседнем доме. Так. Ревелио. Так, вон оно что-то там летает. Поймал. Ревелио. Подожди. А где огонек-то? Внутри дома, что ли? Вот он. Все. Нашел. С передачим паром. Ну, нашел. Так. Модный, значит, да? Ревелио. Акио. Тут еще поймать можно. Ревелио. Так. Переполнен. Деньги валяются везде. Деньги, дреби, деньги. Делай деньги, делай деньги. А остальное все дреби, деньги. Давай. Пойдем. An inquiring mind. Что там? С чем повзаимодействовал? Лестницу, да, опустил? Ладно. Давай поговорим с тобой. Господи, непроработанный черный человек. Человек. Эй, человек. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что тут можно найти магические рецепты. А вы учитесь у Матильды. Так и знал, что скоро вы ко мне придете. Я владелец этой лавки, Томас Браун. Томас Браун. I take it you've had a Я так понимаю, у вас был урок колдовства. Еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет создание предметов из ничего. Это магия в чистейшем виде. Конечно, в нем есть свои сложности, но на то нам и нужны будут мои магические предметы. Прилежно занимайтесь, и вскоре сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун, очень надеюсь, что так все и будет.
And I too. А я непременно хочу увидеть ваши навыки. С помощью магических рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели или декора. Но пусть преподавателем занимается профессор Уизли, а я принесу магические рецепты, которые вам нужны. Стол для горшков и стенд для зельеварения, верно? Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда вам заблагорассудится. Давайте посмотрим. Давай. Let's look at what we have, shall we? Так. Купить. Продать предметы. Как продать вот так? Давай. Так. Мантия. Так. Так. Пять. Так, деревянные очки золотые. Так, невозможно обновить. Так. И давайте купим так магический рецепт, так стенд для зельеварения. Так, временно недоступно, ага. Так, это что, типа, а, ни хрена себе, магический рецепт, кормушка для твари. Коробка с игрушками для твари. Магический рецепт, место для нарезки. Ни хрена себе, у меня что с деньгами-то? 1300 всего лишь. Ну, думаю, мне пока хватит. Ревелио. Так. Все это открылось неспроста. Так, и там еще книга какая-то летает. Ладно. О. Заберем. Давай. Почитаем, что это. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Ну все, выходим. Пока теперь-то я могу взять. Ах, мантия опять. Опа. Так. Lumos. Ну-ка давай-ка посмотрим. На что ты тут похоже? Где резкость? Да, у кого резкость-то хорошая, там, блин, там вообще хорошо. Rebellion. Так. Что там показано? Фонарь и большая бочка, да, если не, это, не ошибаюсь. В этой большой бочке мне и надо искать. Как бы далеко идти не пришлось. Так, а нашел. Да что твою мать, вот сюда, давай. Опа. Ревелио. Так. Давай. Lumos. Ревелио. Давай-ка соберу, чтоб сюда не возвращаться.
Что за поставка такая? Этот причал рядом с трактиром Кабанья Голова принят приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в двух шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Ну давай. Ревелио. Давай. Лумос. Пойдем. Как тебя вот так вот вести? Пойдем, пойдем, пойдем. Не сюда. А вот сюда. Забрал. Так, ладно. Еще мне надо. Господи, замки, замки-то понавешаны, не хотят меня пускать, короче. Вот опять не проработано, опять бы туда сейчас упал бы. Ревелио. Ну-ка давай зайдем. Ну чё ты? А, нет. А, да. Ух ты, еще перчатки, еще выше взял. Ревелио. Все, выходим. Так, не могу понять, что там. Ой, где я был-то? Куда? Поймал. Так, это... Это вот здесь я был, модники-то где? Нет, закрыто. Ладно. Давай посмотрим инвентарь. Перчатки. Это 7, так, продажа 200, так, 60. А что такого в них? Почему они такие? Ну, легендарные. Так, хорошо. Так, двухцветные перчатки с орнаментом. Ладно. Нет примененных характеристик. Уровень ячейки характеристик. Так, 3 ячейки. Этот без ячеек, но 17, а этот 7. Десять. Этот 7. Уровень нападения. 17. Нападение 14. Вот от ячейки. Так, ладно, здесь разобрался. Так. У меня сейчас 8. А это, ух ты, 11. Защита 19. Уровень ячейки характеристики 1. Так, а это 14. Это 19. Ладно. Еще 2 плаща. Ну, плащ-то вообще продать можно. Надо продать плащи. А где мы можем продать их? Надо опять к модникам идти. Так. Дай-ка сохранюсь. Ну-ка, тихо там. Карта. Мне нужна карта. Так. Магазин одежды, шапка, невидимка. Так, это клюв.
Магазин особых товаров, снабженными новейшими и самыми лучшими побочными продуктами. Главный поставщик свежих продуктов, семян и удобрений. Так, волшебная брюква мне, по-моему, сюда надо. Но сейчас мне надо пройтись немного направо. Ага. Все понял. Направо. Ревелио. Так, давай соберем, посмотрим, что это такое. Что за волшебная сахарная вата? Кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем попробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Ладно. Поймал. Так, спокойно, спокойно. Вот он. Ну-ка, давай-ка плащи попробуем продать. Так, посетите зелье. Так. Волшебную брюку мне тоже посетить надо. Ладно. Ну-ка, ты что делаешь? О, неплохо так тут товары-то представлять. Ревелио. Так, взял весы. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вредноскоп – это разновидность детектора тьмы, которая начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленника о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Ага. Ну, вроде как и полезно, и бесполезно одновременно. Так, ладно. Ревелио. Идем сюда. Поймал. Так. Ревелио. Мало ли где чего тут есть. Акио. Поймал. Ревелио. Пока вроде ничего такого не вижу. Не наблюдаю. Well, hello there. Давай. Сейчас мы прочитаем про тебя. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазин «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Ревелио. Ну давай, за пределами магазина, так за пределами, что ты мне расскажешь, покажешь. Так. Простите, сэр, профессор Уизли сказал, что мне нужно обратиться к вам за семенами. Ах да, бадьян для нового пятикурсника, значит, это вы. Мерлинова борода, поступить в Хогвартс на пятом курсе, да у вас должно быть голова идет кругом от этого всего. Отнюдь, я воспринимаю все как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю, не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимон Чайлон, и это мой магазин «Волшебная брюква». Я всегда ставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине? Пропустишь всю жизнь там. Да, наверное. Помимо семян, у меня еще есть много растений, и сам выращиваю, специализируюсь на ингредиентах для зелий, и сам Пеппин приходит за ними ко мне.
Ну как насчет пакетика с семенами бадьяна? Да, придется. Как раз тебе сейчас идти. Так. Продать? Нет. Я, наверное, тебе знаешь, что продам. Невозможно обновить нападение так, нападение так. Превосходно, хорошо подобранный. Вот этот, наверное. Нет применения характеристик. А купить-то мне надо бадьян. Так, ладно, этим мне пока не надо, удобрения и тому подобное. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. На побочных миссиях, может быть. Так. Ну-ка, звук потише. Ревелио. Сундук. А сколько можно такие сундуки-то мне подсовывать? На, поймал. И там сундук. Хорошо. Просто превосходно. Тут замок. Тут все в сундуках. Как несправедливо. Ладно. Тут опять собирательство начинается. Тут сундук, блин. Хоть бы они как-нибудь на карте отмечались. Эти сундуки. Так, а это что такое? Посетите магазин зелья. Может, вот это зелье? Сейчас посмотрим, куда-то я пришел. Зелье Джи Пеппина. Да. Ревелио. Welcome to Джи Пеппин's Potions. Так, выдающаяся школьная мантия. Давай, берем и читаем. Магазин зелья Джи Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмите, где владелец Пеппи Пенрин продает шикарный ассортимент зелий и ингредиентов для них. Ревелио. Все? Может, тут ничего нет? Ну давай. Будем покупать у него зелье. А потом что-то выращивать надо будет опять. Сражаться с кем-то. Pardon me, sir. Прошу прощения, сэр. О, хвала небесам, когда я услышал звонок, думал, что это мисс Ланг. Впрочем, она вряд ли соизволит сюда прийти. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хоксмите впервые. В самом деле, что ж, Перри Пеппин к вашим услугам, а мой магазин называется «Зелье Джея Пеппина от всех недугов». Безусловно, название указано на вывеске, но дедушка всегда говорил, что его нужно сообщать клиентам. Чем могу помочь? Профессор Уизли отправила меня к вам за рецептом. Я новый ученик Хогвартса. Значит, это про вас она писала. Я сразу же отложил вам все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы зелий. Думаю, вам тоже потребуется. Зелье варенье — это почти искусство, правда? Я всегда говорю, что зелье способны помочь ничуть не хуже. Неужели зелье действительно настолько мощное? Возможно, заклинание выглядит эффективнее, но будьте уверены, зелье ничуть не уступает им в мощности. Зелье могут исцелять, разрушать, защищать. Скоро вы сами все узнаете. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что продаю не только рецепты зелий. У меня есть также готовые настойки для самых разных целей, а порой я изобретаю новые. Заходите время от времени, чтобы ничего не упустить. Экспериментировать на мне будешь. А пока давайте я принесу ваши рецепты, хорошо? Давай, неси. Оттаскивай. Так. Рецепт исцеляющее зелье. Так, рецепт фокусирующее зелье цели. Снижает время перезарядки заклинания выпившего. Господи, то сколько всего тут надо будет потом когда-нибудь. Ладно. Well, that's everything.
Better go and find Natty. Хорошо, так. Теперь у меня вроде как все есть. Так, давайте я сохранюсь. Не хватало мне еще, чтобы это провалиться, блин. Так. Сохранить. Сохранили. И откроем. Посмотрим, что у меня там с головными уборами или что у меня там. Так, плащ. Так. У это нет ячейки. Так, уровень ячейки характеристики 3. А этот просто нападение 24, а этот нападение 20. Ну, на 4 больше только. Так. И жилетка у нас 15-11. Так, я не понял, это так превосходный. Так, нападение так 15-11. Уровень ячейки хратить так, так, так. Ну ладно. Пока здесь. Вот так. Ну что ж, поехали. Куда нам там надо? Идем. Ревелио. Замки, замки. Ограничивают меня. Акио. Сюда. Почти убежала. Давай. Поговори со мной. Я все забрал. Теперь понимаю, почему ты не можешь выбрать любимый магазин. Можно погулять здесь еще немного. Может быть, сегодня мне удастся сделать окончательный выбор. Что это? Что это? Вау, драться придется. Я так понимаю, с этим троллем или кто он там. Вынимайте его. Так, выманите его подальше. Ну, хрена себе, если такие вот деревни навидываться. А вот еще один. Еще и дом разрушил. Опа. Давай, сейчас придется сражаться с тобой. Are we weakening him at all? Keep at it! Opa. We have to wet him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Nah. Тихо, тихо, тихо. Да. We need to make sure he stays that way. Подожди. Осталось-то немножко. Вот так вот тебе. Использовать древнюю магию. Ух ты, нормально я его размотал так.
goodness! Святые небеса! Второй трон! Вы двое справились со взрослым троном? Сами? Вроде того, если честно, все как в тумане. Мерлинова борода. Вы в порядке? Да, и мы были рады помочь. Помочь? По-моему, это слабо сказано. Такая смелость говорит о задатках мракоборца. Да, я такой. Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне немного прибрать здесь? Конечно, констебль Сигнер. Констебль Сигнер, еще раз спасибо вам. Так. Опа. Неплохо. A moment, if you would. I will see. Так, это что у нас? Прилава. Repair. Опа. Неплохо. One less thing for Officer Singer to worry about. Давай еще немного. Интересно знать, а что за это получу? Так, блин, то, что я разрушил, поди, да, все это. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Так, теперь сюда. Repairo. Так, давай. О, по-моему. Revelio. Так. Читаем, что-то такое вообще первоначально. Статуя Пуффендунца Энгиста из Вудрофта. Так полагаю, основателя древних Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Ну давай еще вот здесь вот. Все, вроде бы, да? Подожди. Блин, мешок внутри. Блин, еще в каждый дом, если заходить, можно, так это пипец. Можно путать и блутать тут. Блутать. Интересно, тот, кто разрабатывал, вообще знал, что такая большая карта получится. Как итог. Давай. Ревелио. Ну, открывай дверь. Ревелио. Это почта, как я понимаю. Так. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 сов, имеющие цветовую маркировку в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Куда? 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 Откуда и куда? Ревелио. Ага, надо вот сюда. О, нет, откроется, смотрите-ка. Открылось. Взял. Ревелио. Взял. Ну, давай про кондитерскую теперь. Полностью отражая вкус владельца по имени миссис Стипли, эта чайная лавка утопает в розовом цвете роскоши. Звонкий колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. О, да господи, да господи, везите. Что теперь? Дыши. А то у нас уроки. Ревелио. Ой-о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 й-
Вот так, она у меня уже где-то глюкнула. Ладно. А, нет.
Не глюкнуло пока. Ну давай. Я не понимаю. Ревелио. Замок. Я почему-то уверен, что вот в этой вот башне что-то есть. Не может быть такая большая труба. Ой-ой-ой. Вот слышу. Слышу перезвон. Ладно. Не успел. Так. Что-то не понял, а что, внутри, что ли? Поговорите с владельцем магазина. А. We were just talking about you. Ну давай. Ждем, что ты мне скажешь. Свое оправдание. Владелец магазина. Hello, sir. Здравствуйте, сэр. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться, Август Хилл, выдающийся портной. Также позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с этими троллями, и, безусловно, за помощь в восстановлении порядка в Хогвартсе. Хорошо, что удалось вам помочь. Честно говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто куда более практичное. В моем магазине одежды для волшебников шапка-невидимка есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту, и однажды это может спасти вам жизнь. Боюсь, это будет отнюдь не последняя опасная встреча в вашей жизни, поэтому я хотел бы подарить вам этот комплект мантий в качестве благодарности за то, что вы... Ну, давайте. Что бесплатно дают. Правда, если откажешься, может быть еще круче. Спасибо, мистер Хилл. Это очень щедро с вашей стороны. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать. Давайте подберем вам подходящий размер. Примерьте вот этот. Ага, тут они даже не высвечиваются, у меня не прогрузили, да, картинка? Временно недоступно, недоступно, недоступно. А какой? А, вот, вот этот, да, только? Ну. Давай, на халяву, ладно, хрен с ним. А, вот теперь эти доступны. Ладно. Легендарный 12-й. Ладно. Так. Так, вы получаете новый предмет снаряжения. Пора его использовать. Ну-ка, замолчи. На балкон хочет. Воздухом подышать хочет. Не пускают. Хвостатый. Я тебе усы, усища. Так, продолжить. Ваши текущие показатели защиты и нападения отображены в правом верхнем углу. Но я уже понял. Так. Ну вот он. Это лучше стоит. Это... О! Так, ну это уровень ячейки характеристики 3. Так, это 24, а у меня 20, всего лишь на 4. Плюсе. Твою мать-то. Take your time. What an extraordinary introduction. Да, необычно вышло знакомство с Хогсмитом. По-моему, мы заслужили как минимум по кружке сливочного пива, особенно ты. Особенно я. Зайдем в три метра. Хорошая мысль. Чудесно, тогда идем. Нам туда. Так, там что-то делается, куется. Так.
А, я еще и веди. Ладно. Как хочет. Так, три метлы. Магазин одежды, шапка, невидимка. Так. Волшебная брюква. Так, это вот не то. Сладкое королевство. Скрипт ли сыновья. Площадь, площадь. Ну, выпусти ты его, он там уже, тварь, заколебал, я уже задавлю. А это что такое? Старый глупец. Что-то понять не могу. Лавка. Магазин спортивных. Тимофилы и поганки какие-то. Честно скажу, не знаю даже куда тебя. Ну давай вот сюда пойдем. Тимофилам и поганкам. А, или я за тобой должен идти. Если внутри не совсем уж столпотворение, возможно, тебе удастся познакомиться с Сироной. Хозяйка, она самая любезность. К тому же очень чего-то там. Ага. Первый замок спал, что ли? И меня хоть куда-то пустили. Кто это? Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно, чтобы... Что... Так, я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился ученик. Что это за ребенок? Что ты от меня скрываешь? Учти, что если ты не можешь справиться с ребенком, то ты мне не нужен. Господи, какой страшный. Идем. Let's go. Они нас заметили? О чем этот гоблин мог говорить? Рангок заодно... С Рукурдом. Про этого гоблина писали в ежедневном пророке. Так и думала, что я его где-то видела. Идем, лучше поскорее зайти в три метлы. Был еще одинокий веник, да? Рада был тебя видеть. Лобгок. Спасибо, Сирана. Береги себя. А мы аж ворвались вон. По пыхах. Так, что? О, надо же, новое лицо. Я тут впервые. Добро пожаловать. Сливочное пиво за счет заведения, что ли? Я не понял. Я слыхал о нападении. Надо будет узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы двое не пострадали. Господи, не голос как мужика. Что это надо в одиночку одолеть? Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво. Да уж, тролли в Хоксмите. Такого еще не бывало. Что-то дурное здесь творится. Обычно, если нам приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Кряхтит. Стоило помянуть. Неужто отсюда только что вышел Лок-Док? Мои посетители у тебя, Сирона. Не волнуйся, Виктор. Как только вы двое отсюда уберетесь, здесь по-прежнему будет исключительно приличная публика. На твоем месте, Тиоф, я бы не делал это. Тише, тише. Ни к чему устраивать драму. Мне может... Вот кто. Слушай, вы еще пальцем в меня тыкаешь. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я хочу лишь поговорить. Ты меня, похоже, не расслышала, сказала, человек занят. I said,
My friend is busy. One would think you'll have enough. Вам что, дурак, на сегодня не хватило? Драк. Господи. Come, Theophilus. Идем, Теофил. Три метлы уже не те, что прежде. Потратить деньги можно еще где-нибудь. Вот идите, катитесь, сваливайте. Всю жизнь за кружкой все равно не просидишь. Кажется, вы нашли себе серьезного врага. Будьте осторожны, Рукут и Харлоу хуже любого тролля. Ничего страшного, это тоже не подарок. Тролли, Рандок, этот еще Рукут, что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу, но лучше не сейчас. Так, помочь? Так, ну давай посмотрим сначала вот здесь. Опа. Ревелио. Забрали. Давай прочитаем, что тут написано. Ну же. Я хочу знать. Некоторые задания имеют открытые цели без компасного пути. Самостоятельно установите промежуточный пункт на карте, чтобы отслеживать их. Нынешний владелец заведения является Сирона Райан. Но говорят, что трем метлам столько же лет, сколько самому Хоксмоду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Так, что-то мы перекусили. Тут еще есть второй этаж. Ага. Так, так, так. А мешочек-то вот он. А сундучок, вот он. Ревелио. Не зря я здесь потусовался. О, еще наверху есть. Господи, что такое здание-то большое? Вроде с виду не такое было большое. Ох, где-то еще и там можно было войти. Ладно, идем еще выше. Давай, ползи. А, закрыто, ладно. Надо будет подождать. Поговорите с Натти, утрехнетуть. Понятно, это будет основная миссия. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!